Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется, Татьяна Кельмяшкина. Сижу на двух подушках, сейчас съеду. Если я сяду без подушек, то не будет видно крыловина, ее так не видно, да? Вот так, если поднять, девчонки, ну как, вот я не знаю еще, что делать. Вообще мне надо, как на рентгене, вдохните и не дышать. У меня Изольдушка, Матильдушка-то на табуретке, табуретка на пуфике, в общем, это что-то. Так, сейчас, не уходим. Так, не разбежались? Если грохнусь я или Матильда с табуретки, вы уж громко-то нет, смейтесь. Все-таки мы вас повеселим. Ну, не дышать я сейчас не могу, ибо надо мне, наоборот, дышать. У меня сейчас такое настроение, знаете, такое. Закончилась фотосессия. Я по порядку. Я много болтаю, кому строго по делу. Девочки, это не сегодня. Правда, и фотографий у меня сегодня будет куча. Почему я такая радостная? Я вам как показываю. Это я отсняла кардиган. В течение всего ролика буду вставлять фотографии. Ой, сижу, никого не трогаю. Красивая сижу, прям вот сейчас я покажу, какая. Значит, заходит сестра, хотя мы договорились, что она приедет через 3 дня. Но она тут, знаете, проездом случайно, и молодец, что зашла. Надо ж, кардиган доделать. И вот, Танюх, я решила, я знаю, как мне... Вообще, с чего все началось? Я решила себе связать кардиган. Мысли прыгают. Так, ну я предупредила, что сегодня будет прыг-скок. Из Ализе соперла на Максе себе однотонно. Я вязала, мы с вами пряжу выбрали, значит, уже постепенно стали все вязать. Я примеряла, и было так все хорошо и мирно до того моменту, когда, значит, кардиган не увидела сестра. Ей нужно, значит, что-то там как-то там. Я переобулась, все мои загвоздки. Нет, ну там как, вот эта мережка, которую вы сейчас видите, она должна была быть на одном рукаве или на одном рукаве, где она сейчас есть, а на другом рукаве она должна была где-то быть вот здесь. И на полочке, только на одной, противоположную ту рукаву, где внизу. Ну, он сам побольше, значит, и я уменьшила регланные линии, стала вязать под диктовку, мне не очень стало это все нравиться. Я предложила обвязку бежевую из альпаки. Так, не уходим, не расходимся. Вот, это чудо-ниточка. Леночка Орлова мне подарила. Лен, если смотришь, огромное спасибо. Я уже джемпер Туман связала, добавляю эту ниточку к другой, к мериносу на шелке. Я уже и паутиночку связала из одной. Это, вот, ну, нежно-снежно. И я думала, что это то, что нужно. Повторяться не буду, я как-то рассказывала уже в делах вязания, но сейчас мы подытоживаем. Значит, мы отказались, я... психанула. Предложила голубую обвязку из махера. Уже убрала. Махер убрала. Вот. Охватило очень много комментариев, как тех, что браво, замечательно, так и, ну что ж вы с кардиганом сделали. А что я делала? Я с кардиганом делала и буду делать с другими то, что мне захочется. И мы, значит, попросили Лену выпить пофигин, потому что Лена мечется, не знает, что делать. Леночка, это моя сестра. Вот. И... Она послушалась. Ну, то, что у меня пришла бредовая идея, я говорю, вот в этом ролике, да, как кардиган закончен, но не закончен, я говорю, в этом ролике ссылку я на все оставлю. Девочки, мы с вами добились цели. Когда, значит, Ленок пришла, сказала, я прочитала все, что только можно было прочитать, и теперь я точно знаю, что я хочу. Я говорю, только не надо убирать голубую обвязку, не буду. Уже постиранный махерной, нет-нет, мы к этой голубой обвязке добавим светленькую. Это был единственный. Ой, я сейчас скрины не буду. У меня, вы знаете, мы уже на один автобус опоздали. На второй, чувствуется, тоже опоздаем, да? Вот, я переоценила свои силы, и когда я стала доделывать кардиган, думала, в пару часов уложусь. Сейчас я могла бы отправить, взять кардиган, отправить, но мне хотелось, чтобы тут Изольда-то постояла, покардиганилась немножко. В общем, у меня бешеный день, пусть будет и у вас бешеное видео, так что мне сегодня, простите, что я прыгаю с мысли на мысль. И там, значит, среди кардиганов, где, ой, не надо обвязку голубую, она все портит, или так, голубая обвязка освежила и сделала кардиган интересным. Господи, какая лохматая. Вот, был единственный, отзовитесь, кто это написал, что, а если поверх голубой, значит, обвязать еще и беленькой. Я счастлива, что Лена не за большинством пошла, это тоже хорошо. Но она откопала свою идею, которую ее мучила, ну, как ее сказать мне, она бедненькая не знала, топталась, говорю, ну, говори, она, ты меня поругаешь.
Вот давай не будем тогда снимать аккордеон. Сейчас сделаем, что я скажу, аккордеон показывать не будем. Говорю, что нет. Что бы там ни получилось, даже если ты меня сейчас серобурмалиновые, значит, цветочки заставишь вышивать, я покажу на канале. Я смелая, она и я смелая. И, честно говоря, была готова сказать, давай закроем комментарии. Это, наверное, был бы единственный ролик, где я закрыл комментарий, но нет. В общем, мы выстояли, что мы. Она говорит, я хочу поверх обвязать, но я не знаю, как это будет, что, как бы это посмотреть, говорю, какие проблемы. Давай для начала, говорю, просто я тебе покажу, как это, если мы пуговички пришьем. Ну, мы аккуратненько вот этой ниточкой пришили расход. Вот сколько осталось от 10 мотков. Я прыгаю, девчонки, все, значит, про расход сказала, было 10 мотков, вязала спицами номер 7. Когда вязала спицами номер 8, другие кардиганы, это у меня Лизе Суперлана Макси, не первый кардиган, там был, больше оставалось, но размер-то был меньше. Я бы сейчас, наверное, все-таки восьмерка вязала. Хотя семерка непродуваемость какая-то, да, но вот осталось все. С этим закончил. Итак, значит, я взяла эту ниточку и стала пришивать пуговки. Мне самой даже стало нравиться. Но сочетание вот этого вот песочного, голубого, беленького, молочного, это же классика жанра. Ну, вроде как одни пуговки, говорю, оставим, показывают. Вот мы, значит, пуговки у нас готовы, все. Она как бы посмотреть, вот, ну, как это будет, что, говорю, какие проблемы. Я, значит, намотала немножко ниточка очень тоненькая, я как и махер в 4 нитки, так и это в 4 нитки, вообще очень красная. И только на рукавочке ей показала. Ты, говорю, говори, неважно, бред это для кого-то, не бред, ты говори, как тебе. И вот, знаете, у нас пошло свое мнение, мне нравится. Сейчас, говорю, на работу придешь, скажут, фигня, перебор. Ну, как в комментариях мне писали еще что-то, ну, что. В общем, Лена, выпей пофигин. Спасибо все, кто написали. Пофигин нам помог. Мы, чувствуется, прям хорошую дозу приняли. Я плыла за ее желаниями. Что, кое-что мне нравилось, кое-что нет, но если изначально эта же работа была не моя, единственное, мы все-таки изменим пуговицы, они будут голубыми, но немножечко другими, но это со временем, потому что мы нашли пуговицы, которые нам нравятся, их всего две, а нам-то нужно чуть поболее, и вот у нас, значит, пошла работа, говорю, точно нужна обвязка, точно, ну, мне же нужно было 4, вот там, моточки маленькие, 4 ниточки я перемотала, значит, все обвязала, брендовую бирку пришила. Кто мне писал? Таня, вы подумайте о своем имидже девочки. Имидж – это когда связано аккуратно и когда связано ну, индивидуально, что ли. Все остальное – это дело вкуса. Мне про имидж писать в этом контексте не надо. У меня с имиджем все в порядке. Меня с детства учили, да, не ворованное, не рвано. Не грязно, все чистенько, все свое, все это замечательно. Ну, я это лирические отступления. Меня так захватила эта идея, Вы знаете, мне кое-что нравится, кое-что не нравится, но я все оставляю при себе. Надо, допустим, брендовую бирку-то вот здесь это она будет, но по ходу дела я буду вставлять фотографии, мы отфотографировались. Я не буду выбрасывать, ни, я обычно, знаете, 100-500 фотографий делаю. И начинаю как-то отфутболивать, какие-то оставлять. Вот, девчонки, сейчас все оставлю, все подряд оставлю, чумовые тоже оставлю. Идет, не идет, по делу, не по делу. Где-то бы я сейчас тоже что-то изменила. У меня это настолько было неожиданно, я же обычно продумываю, что я и с чем, ну, в рамках тех вещей, которые имею. Это мне настолько внезапно все это пришло. Вот, мы уже были на грани того, чтобы показаться в кадре, но, ну, девчонки, самое вот это то, что да, мне все равно, что скажут, мне пофигу, да, это у нас достижение. Может быть, и в кадр войдем, кто знает. Я опять буду отдуваться, естественно. Кто любит писать, что вы там сумочкой прикрываетесь, вы это не показали, вы не на улице, детали не рассмотреть. Девчата, я прикрываюсь, потому что он мне мало, он мне не сходится. Я буду прикрываться этой сумкой. Но там, если с платьем получились, не получились, это все, что есть, я все вставлю. Может, не это, не фильтровать. Там я, может быть, прикрываться не буду. А так у меня не застегивается. Понимаете, я 56, стремящийся к 58-му, а товарищ у меня 54-й, стремящийся к 52-му. Изольда вообще 46-48. Мы там прищепочкой сзади сделали с Матильдушкой. Ну, что хочу сказать. Не показать вам готовую вещь я не могла, да. Ролик о начале работы, значит, ссылку я на него оставлю. Сколько петель, как, что, росток, вы там под себя, конечно, корректируете. Дальше я гнала саму длину, 98 сантиметров длина. Я гнала, после стирки он вроде как растянулся, особенно меня испугали рукава, думаю, ой-ой-ой, мне рукава велики. А потом, когда сок подсобрался, мне кажется, те кардиганы в процессе носки и в процессе стирки чуть-чуть растянулись. Этот в процессе стирки, опять может быть, спица номер 7, я не знаю, в процессе носки посмотрим. Значит, длину я как гнала, так и гнала.
в конце вы видите, да, мережечку. И что касается рукавов, я делала треугольник подреза у нас, как я только вывязала его, в каждом втором ряду я убирала петли в треугольнике подреза, и потом по ходу я 5 убавочек сделала, примерно через 3 сантиметра, и тоже замерешила. Поэтому здесь все очень просто. Что я не сказала? По-моему, я все сказала. Да, значит, карман. Карман мы оставляли вообще без обвязки. Мне это нравилось, кстати. Карман мы обвязывали полностью, значит, белым. Это мне не понравилось. Потом мы обвязывали белым, и вот заходя чуть-чуть. Вот видите, где мережка? Вот отсюда начинали, джик, значит, др-др-др-др-др, и там тоже. Как бы вот такой шляпочкой. Это не очень красиво. В общем, мы тут чего только не делали. И остановились, в конце концов, вот мы на исключительно верхней части. И карман пришит, я не знаю, видно вот тут или не видно, тоже светлым светом. Ой, сделайте мне скидку, у меня действительно бешеные деньги, нам еще сейчас вот надо не опоздать на второй автобус. В принципе, может, сейчас сделаю, я могу сделать стоп-кадры и изолить все. Вы видели кардиган, можно отпустить? А, точно успеешь? Вот так вот. Даже уж голос-то твой. Так, ладно. Значит, где я тормознула-то? А, меня просили показать, как я пришиваю карман. Значит, я пришиваю карман по-разному. Иногда ножевульком, иногда еще чем-то. Сейчас у меня такой вот... Он какой-то шов имеет значение. Им вышиваете. Вот я на носках очень часто вышивала листочки. Я сейчас ставлю, конечно, кадр, где я показываю, как я пришиваю этот карман. Ничего сложного. Но пришить его, конечно, можно абсолютно другим цветом, другим способом. Это такой какой-то, я думала, может быть, бэкстич назад иголку. Мне кажется, такой бы эффект был. Ну, листочки, но, вы знаете, они как-то смялись, подмялись, и особо листочки-то заметны не будут. После каждой стирки это будет, ну, останется просто белая полоска, не больше, не меньше. Поэтому можно и ножевулькинским швом, и бэкстичем, и вот этот какой-то вот шов, я не знаю, как он называется, мне 150 раз уже говорили, как он называется, я столько же раз все это забываю. Поэтому кардиган в готовом виде, пожалуйста. Здесь какие-то, знаете, и напевы национальные проявляются, мне кажется, и какая-то снегурушка. Ну, в общем, что бы то ни было, он получился оригинальным. Я не хочу давать никакие оценки, потому что задумала я совсем другим. Получился он тем... Если вы видели, какой счастливый человек, я почему и, значит, такая была счастливой на фотосессии, это потому что, как не выползу к очередному снимку, она всё... вот она спищала, как могла. Ну, а что еще надо? Лишь бы заказчик, который не заказчик вовсе, был доволен. Поэтому мы принимаем абсолютно любые комментарии, критику, не критику, но я счастлива, что я закончила, что все. Я даю слово пионерское, что год хотела, да? Месяц я от тебя никаких заказов принимать не буду. Все остальное буду вязать себе. Нравится, подберет. У нас вот с размером. Человек, он худеет, худеет. А Тань, кто худеет, то толстеет. По-разному у нее. Ой, мои подушки. Если я, говорю, сажусь нормально... Ну ладно, все хорошо. Девчонки, я вроде вам все рассказал, все показал. Правда, здесь никаких хитростей нет. Вяжи, они... И переделывать его можно до бесконечности. Светлые пуговицы делают его совсем другим. Совсем другим. Никто не мешает перешить, да? Бежевые пуговицы, это с зелененьким. Вот откуда зелененький? С голубыми вот этими обшивочками. Вот. Два кармана, если были бы, будет совсем другой коленкор. Если мы там какие-то отвороты на рукавах тоже с пуговицами, будет другой коленкор. В общем... В общем, любую модель, если есть рученьки, если умеешь вязать, можно совершенствовать, уводить в другие варианты. Да, вот вариативность, наверное, это то, что мне нравится. Кто шьет, кто вяжет, вот ведем свой корабль куда желаем. Мне не нравится вязать под какими-то, давай так, а давай эдак. Я свободный художник, я люблю, значит, сама. Но тем не менее, когда получаешь результат, в конце концов, да, вроде все забывается, весь нервяк, и все как-то проходит. И вроде готова. Еще согласиться на что-то, но пока нет, у меня свои. Свои, да. От видовой не отдам, не обижайся. Южную ночь не отдам. Вот. Значит, все, девчата, я как ролик не могла, значит, не создать. На протяжении всего ролика, потому что много, штук 20, наверное, да? Больше?
Фотографии я буду вставлять, еще раз говорю, не для критики, не там для чего-то, потому что я сама вот так порой посмотрю, эх, вот надо было вместо этого платья тот, вместо этих ботинок тот-то. Уж больно у меня все, повторяюсь уже, вот, ну, как-то все это каламбуром. Каким-то каламбуром надо все это быстренько сделать, потому что, ну, где я его буду брать, если сейчас мы, кстати, хотели на улицу, там дождик идет, у меня сейчас фотограф сидит. Я говорю, ну не хочешь позировать, хоть пофотографируйся. На все согласна я, на все. Но у нас там ветер, дождь и так далее. Опять облом восятка. Так что на своей кухонке, как всегда, я вам все покажу. На своей уже до боли знакомой кухонке вам все. Вот. Все, девчонки. Вторая готова работа сентября. Кардиган бредовый. Брендовый бред. Бредовый бренд. Готов. В общем, я его отдаю. Бантиком завязывать не буду, хотя хотел, честное слово. Вот. И пока вот эту обвязочку делала, знаете, как сейчас вот здесь вот мерила рукавам, как уютно. У меня же еще такая бобинка темно-коричневая. Если я боюсь, сейчас все планы нарушу и что-нибудь. Ну, так, ну такая прелесть. Ну, и ну такая мягкотень. Это просто невероятно. Это просто невероятно. Девчонки, я закончу. Я закончил с кардиганом. Каким бы он ни был, нравится, не нравится, я закончила. Бирочка видно, надеюсь, про карман сказала. У меня на пол кармана еще есть. Очередной бредовый день. Большой карман, маленький карман. Сыкину. А шо? По фигинчику выпей, или там карман вот сюда, на рукав. Вот посмотри, прям как просится карман вот сюда. Сюда вот карман просится. Махонькой. Лена, выпей пофиги. Еще чуть-чуть выпить. Все, мои дорогие, вяжите, как вам нравится. Обвязывайте, каким цветом вам нравится. Вообще не обвязывайте. Ну, я как люблю. Я люблю походить в однотонном, да, потом время какое-то прошло, обвязать, как новенький. Если у вас старый кардиган, обвязывайте их. И идите, как будто так было задумано, и как будто у вас новый кардиган, да. Обвязочку. Любой кардиган, какой у вас там цветом, неважно. Обвязочку. В тон обвязочки покупаем сумочку. И походкой от бедра. Трын-тын-тын-тын. Помаду, помаду еще обязательно в том сумочке. Не важно, что она зеленая. Не важно. Это выпьем пофиген и походкой от бедра. Все, девчонки, пойду провожать. Она уже вся на измене. Ой, ой, выспались. Выспались у меня. Улетели листья с тополей. Собирай. Окаянная. Вот. Все, я понимаю, что ролик это чудо чудное, но, как впрочем, и сама я. Хоть так, а то вообще бы не показала. Вы же не поняли бы этого, правильно? Обиделись. А зачем мне надо, чтобы вы обиделись? Нет, надо уж до конца доводить. Надо уж полностью принять. Комментарий открыт, девчонки. Комментарии открыты. Пишите. Что хотите, пишите. Так, все самое главное. До новых встреч, мой добрый зритель. А они. Обязательно будут.